Передовые педагогические достижения на службе стандартизации образования. В Кировском институте развития и образования состоялась Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам внедрения образовательных стандартов. Ее участниками стали научные сотрудники, педагоги и представители органов управления образованием. Подробности у Кирилла Салятина. Утром участники и гости конференции возложили цветы к мемориальной доске Юрию Головнину. Проведение Всероссийской конференции приурочили к 90-летию отличника народного просвещения и заслуженного учителя школы РСФСР и посвятили его памяти. Сама конференция прошла в Институте развития образования. Поделиться своим опытом приехали научные работники и педагоги из Москвы, Нижегородской, Тверской, Архангельской, Челябинской и Ярославской областей. Всего более 150 человек. Новый закон об образовании, помимо того, что он признан стандарты всей основной школы, с этого года еще вступает в силу стандарты в дошкольном образовании. То есть сейчас будет федеральный государственный образовательный стандарт в дошкольном образовании, в начальной школе, в основной школе и, соответственно, в старших классах. Поэтому нам надо все эти моменты просмотреть. Во-первых, как они реализуются, что там нового, как это будет преемственность осуществляться, какие, соответственно, какое содержание туда вкладываться, какие действия учителя. Какие подходы? Основные направления конференции – проектирование образовательной программы с учетом госстандартов и создание условий для ее реализации. Также обсуждаемыми темами стали использование инновационных технологий в образовании и взаимодействие учреждений образования с федеральным и региональным правительством. Сегодня система образования Кировской области, точно так же, как и система образования всей Российской Федерации, работает в нескольких направлениях. Первое направление, как мы с вами знаем, это реализация указов, майских указов президента Российской Федерации, которая посвящена именно прорывным вопросам в части реализации этих же ГОСТов в системе общего образования. Это первое. Создание условий в первую очередь для учителей и для тех детей, которые приходят в наши образовательные учреждения. В рамках конференции прошли тематические семинары и круглые столы для руководителей образовательных учреждений, классных руководителей и педагогов. Кирилл Сосалятин, Валерий Никулин, Вести, Кировская область.